Здравствуйте, коллеги. Рада всех видеть. Михаил Геннадьевич Делягин уже был гостем нашего медиаклуба. Это было несколько лет назад, в прошлой жизни, до присоединения. Мы тоже говорили об экономике. Правда, Михаил Геннадьевич? Ну, а сегодня темы санкции реально и мнимые. И я думаю, что разговор будет не только о санкциях, а обо всем, что может прийти вам в голову. Итак, представляю нашего гостя, известный знаменитый экономист, политолог Михаил Геннадьевич Делягин. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Меня попросили сделать очень короткое введение, чтобы рассказать о том, что интересно мне, а потом ответить на вопрос о том, что интересно вам. Я, естественно, приношу извинения за опоздание. Мы ждали, когда нам принесут сдачу. Это увлекательный творческий процесс во всех курортных зонах мира, и в этом отношении Крым вышел на уровень лучших курортов, как я ощутил. Вот. Значит, насчет санкций. Если брать содержательную сторону, то санкции на сегодняшний день для России в целом, если не брать Крыма и некоторых других регионов, страшны как психологическая атака. Реальные потери, которые мы несем от санкций, это потери от страха, связанные с тем, что непонятно, что будет, и непонятно, как посмотрят на нас дальше. Потери связаны с тем, что приостановились переговоры о прямых инвестициях на уровне бизнеса. Стало очень сложно получать перефинансирование для российского бизнеса как такового. Возникла довольно существенная паника среди российских клиентов. То есть я сам присутствовал в ситуации, когда, значит, в частном банке крупном, который не попал под санкции, стояла летом очередь людей, которые меняли свои карточки ВТБ-24. Ну, не меняли, у них были карточки ВТБ-24 Банк Москвы, но они не знали, а не зарубят ли их за границей в Европе, куда они едут, поэтому срочно открывали себе счета именно в этом банке. Вот. Но это воздействие психологическое. Ну, сюда же можно сказать, что у нас немножечко припал фондовый индекс, но эта вещь не страшная, он бы и так, скорее всего, припал из-за нашей конъюнктуры. И подешевели наши государственные бумаги, то есть те наши замечательные бизнесмены, которые где-нибудь в феврале месяце в них вложились, они до сих пор пребывают в состоянии нирваны и не знают, за что им такая кара. Очень много вещей рассказываются про санкции, которые с санкциями на самом деле не связаны. Например, говорят, что ой, вот у нас резко затормозился экономический рост, во всем это все от того, что случились санкции. Это неправда. Экономический рост у нас тормозится из-за наших собственных проблем. Он затормозился очень сильно в прошлом году, было 3,4%, стало 1,3%. Он затормозился на самом деле дополнительно из-за присоединения России к ВТО на глобальных условиях. В этом году он практически не затормозился. А в связи с девальвацией в начале года даже промышленный спад прошлогодний сменился промышленным ростом и дополнительные деньги в федеральном бюджете. Чудесная фраза министра финансов Силуанова, от которой он уже открестился раз в 50, о том, что пенсионерам деньги давать не будем, потому что все ушло на Крым. Но я думаю, вы хорошо понимаете, что на Крым не ушло ничего. Более того, в принципе невозможно пенсионные деньги отправить ни на что, кроме пенсии. Так что здесь он находился, судя по всему, в измененном состоянии сознания, когда говорил эту фразу. Потому что предположить, что журналисты, которые работают с министром финансов, не способны воспроизвести его цитату, я при всем моем уважении к российскому государству не могу, ну никак. Говорят, что у нас из-за санкций упал рубль. Это тоже неправда. Рубль начал падать в конце прошлого года. Основная волна девальвации пришлась на январь-февраль и первую половину марта. Это была, с одной стороны, результат очень творческого отношения к жизни Банка России, который когда-то давно, еще при прошлом руководстве, принял решение о том, что он снимет с себя ответственность за валютный курс. Потому что зачем же отвечать за что-то? Это не по-чиновничьи, лучше не отвечать ни за что. Вместо этого он сказал, что он теперь будет отвечать за инфляцию, которая зависит не от него, а от произвола монополии, поэтому ни за что не будет отвечать. Но решение было принято очень давно, никто его всерьез выполнять не собирался, пока не пришел новый представитель Банка России. Она очень хорошая женщина, и она по своему менталитету очень добросовестна. Знаете, вот бывают такие аспирантки-отличницы.
вот написано, значит будет. И вот она прочитала в старых бумагах Банка России, что вот Банк России собирается это сделать, но написано, значит придется реализовывать. Вот и стало реализовывать. На самом деле это получилось вовремя, потому что из-за коррупции, из-за чрезмерного монополизма, из-за принципиального отказа от развития у нас резко затормозился экономический рост, и была угроза, что в этом году будет экономический спад. Если не ограничивать произвол монополий, не ограничивать, выражаясь цивилизованным языком, коррупцию и не заниматься развитием, ну а чиновники, которые свободны от ответственности, они не хотят ничем заниматься, потому что зачем работать, когда и так все хорошо. Но, да, единственный способ избежать экономического спада, который тоже неприемлем по политическим причинам, это подстегнуть экономику девальвации. В результате девальвацию стали делать. Но девальвацию сделали, когда хотят сделать девальвацию ради развития, делают за один день, как это делают в Казахстане, или в сжатые сроки, в короткие, как это было в Польше в 2008 году и в Норвегии в 2008 году. Но у нас это делали для спекулянтов с одной стороны, а с другой стороны, чтобы спихнуть все на слепую игру рыночных сил, чтобы снять ответственность с себя. Поэтому у нас девальвация заняла 2,5 месяца, вызвала массу паники, массу спекуляций, принесла огромные доходы спекулянтам и нанесла огромные потери обычным гражданам, в том числе и психологически, потому что просто было страшновато, даже на уровне макроэкономики. Но это не было связано с санкциями никак. Сегодняшняя девальвация, которая сегодня там рубль упал очередной раз, на прошлой неделе там было очень забавно, когда за пятницу-понедельник он упал на рубль, а потом за среду поднялся на 60 с лишним копеек. Это все некоторые, так сказать, колебания. Впереди будет еще одна волна девальвации по той же причине, что нужно подстегнуть экономику, нужно избежать экономического спада. Социальные последствия этого будут тяжелые, но с санкциями это связано не будет. Очень любят наши уважаемые либеральные экономисты рассказывать о том, что вот посмотрите, какой чудовищный отток капитала в первом квартале, это все из-за Крыма. Тоже неправда. Максимальный отток капитала был в январе месяце. Чистый отток капитала составил 19 с чем-то, почти 20 миллиардов долларов. Это действительно безумно много. В феврале был отток капитала 14, по-моему, и 6, и в марте 14,8 миллиардов долларов. Это очень много. Но это было вызвано, с одной стороны, паникой из-за девальвации, потому что люди действительно боялись, что сейчас падение рубля будет продолжаться ниже пола. А с другой стороны, в Соединенных Штатах Америки идет реиндустриализация, она не отражается на статистике, там экономический спад продолжается, он достаточно большой, но появляются возможности для развития, появляются возможности для инвестирования денег, и капитал туда уходит со всего мира, в том числе и из России. Так что основной отток капитала был до всех санкций. В реальности санкции сводятся к четырем основным направлениям. Вы под одну из них попали. Все, что связано с Крымом, блокируется. Соответственно, транзит через Крым практически ликвидирован. Соответственно, есть проблемы с водой, есть проблемы с энергетикой и много-много-много других проблем, включая то, что когда продовольствие завозят из Краснодарского края, это то продовольствие, которое завозят из Украины, начинает продаваться по краснодарским ценам. Вторая проблема, которая есть, это персональные санкции. На самом деле, вот эти санкции я бы только приветствовал. Я бы вообще ввел правило, что любой человек, начиная с замминистра федерального правительства или даже пониже, в момент занятия должности автоматически попадает под эти санкции. Вот это было бы хорошо, правильно, но, к сожалению, наше государство пока к этому еще не продвинулось. Что касается, так сказать, здравства по этому поводу, я могу сказать, что люди грамотные, ну, когда российское государство начало бороться с офшорной аристократией, у нас только официально было 70 разводов в течение месяца, потому что люди переписывали все на своих жен. Это, конечно, говорит о высоком моральном уровне, с одной стороны, но с другой стороны, о большом доверии к супругам, что тоже неплохо. Вот. На самом деле отток капиталов российских, скажем так, бизнесменов, тесно связанных с высокопоставленными чиновниками, начался вывод этих капиталов с 2006 года. Так что если кто-то кого-то хотел всерьез прищемить, то, скорее всего, у него не получилось. Мне особенно понравилось, что
под санкции попали люди, которые в принципе не могут ничего иметь на Западе. Начальник главного разведывательного управления, командующий флотом и так далее. Но это, но прокурор Крыма, ладно, это вопрос дискуссионный. Относительно нынешнего прокурора все понятно, но может там в будущем какой-нибудь будет не очень хороший прокурор, так что такая перспектива. Вот. Третье направление – это запрет экспорта в Россию отдельных товаров. Лучше, как обычно, отличились американцы. Они нанесли нам смертельный удар в самое уязвимое место. Полностью прекратились поставки электрошокеров для российской полиции. Правда, как человек, несмотря на то, что когда-то даже сотрудничал с МВД, там был помощником одного большого начальника, но сейчас я скорее больше клиент МВД, чем сотрудник, поэтому я скорее это приветствую. Одновременно с этим полностью прекращены поставки ипподромных скакунов, и люди, которые занимаются ипподромным бизнесом, они в ступоре, потому что, как выяснилось, две трети скакунов были американские. И вот такие вот точечные вещи есть, но они болезненны для отдельных видов бизнеса, но они совершенно незаметны в масштабах экономики в целом. Более того, даже я подозреваю, что завзятые игроки на скачках, они не заметили этого, этих последствий, вряд ли заметят когда-нибудь. Товары двойного назначения, продукция двойного назначения понимается расширительно. Европейцы все-таки после некоторой паники к этому делу присоединились. Под это дело можно подвести очень многое, но для нас критична одна единственная вещь. Для нас критичны высокоточные станки. Как я понимаю, большинство высокоточных станков под этот запрет не попало. Это вопрос на самом деле дискуссионный, потому что немцы нас прощупывали еще в самом начале, когда только пошел разговор о санкциях. Вдруг перестали выполняться контракты с немцами по поставке высокоточных станков, по поставке запчастей и, самое главное, расходных материалов. Понятно, что этот удар очень сильный, потому что наше станкостроение ликвидировано достаточно давно, но стали напряженно работать. Как ни странно, наше правительство тоже способно напряженно работать. Выяснилось, что станки производят такого качества три страны в мире, помимо немцев еще японцы и южные корейцы. Ну и по некоторым, так сказать, номенклатурам еще тайваньцы производят, но не по всему, что нам нужно. И если даже японцы присоединятся к санкциям, то южные корейцы просто из принципа, из желания насолить японцам, нам будут продавать все. То есть реальные проблемы были бы связаны с переориентацией на южных корейцев, но тут как раз критический срок, после которого прекращение поставок уже ведет к штрафным санкциям, согласно подписанным договорам, прошел, и немцы возобновили поставки. Так что это не критично, это потеря денег, даже в самом-самом-самом худшем случае. Россия действительно чудовищно зависит от поставок некоторых специфических видов товаров. Наше человеческое счастье в том, что Запад на этом зарабатывает столько, что не может от этого отказываться. Ну, скажем, мы все знаем, что 75% продовольствия, лекарств, которые мы употребляем в России, являются импортными. А менее популярно то, что из оставшихся 25% примерно 20% производится из импортных субстратов. То есть реально уровень импорта, ну, точно выше 85%, включая жизненно важные лекарства. И далеко не все мы можем брать у индусов, которые производят дженерики, просто потому, что они далеко не все необходимые лекарства закрывают своими дженериками. Хотя многие антибиотики индусские значительно лучше, чем современные европейские, и при этом стоят в разы дешевле. Но, к счастью, мировой фармацевтический бизнес зарабатывает на нас столько, что любой политик, который заикнется на Западе про это, он просто утром проснется уже не будучи политиком, и это все понимают. Другая сфера, которая действительно для нас опасна, это семена и племенное животноводство. Современные семена гибридные, модифицированные, даже если не генно модифицированные, и уже в третьем, четвертом, а порой во втором поколении они просто перестают сходить. Это большая проблема, но для нас зарабатывают такие деньги, причем зарабатывают настолько влиятельные корпорации, в том числе те, которые сейчас воюют на Украине, что пока это для нас не очень страшно. Третье направление, ну и племенное животноводство то же самое. Хотя здесь риск реально существует, достаточно очевиден.
Ну и последнее, от чего мы страшно зависим, это критически технологически необходимая продукция для химической промышленности. Это определенные реактивы, определенные, так сказать, вещества, без которых химические предприятия и часть биотехнологических предприятий просто превратятся в химический бомб. Но, опять-таки, это очень большой доход для Запада, с одной стороны, а с другой стороны, Запад озлоблен не настолько и вряд ли будет озлоблен настолько, чтобы на это идти. Таким образом, если подводить итоги с товарами, то выясняется забавная вещь. Дело в том, что весь социально-экономический блок, исторически в нашем руководстве, им всегда почти руководили либералы. Либералы — это не те, которые были во времена Вольтера, которые любят свободу, а современные либералы, которые считают, что государство должно служить глобальному бизнесу. И они выстраивали отношения России с глобальным бизнесом в целом в интересах глобального бизнеса. В результате отношения России с развитыми странами в целом чудовищно невыгодны для России. И сокращение сотрудничества, что и есть санкции, если брать в целом, оно дает нам облегчение и дает непропорционально большой ущерб Западу. Поэтому возможности санкций достаточно ограничены. Неприятной вещью, действительно реально неприятной вещью является прекращение поставок и запрет на будущие контракты по бурению нефти в сложных горно-геологических условиях, включая шельф и арктические условия. У нас эти технологии уничтожены, за редчайшими исключениями. Кстати, очень смешно, но технологии добычи сланцевого газа в России есть у Сургутнефтегаза. Не очень понятно, зачем им это понадобилось. Наверное, из принципа, но реально у них там есть несколько сланцевых скважин, которые они просто отработали эту технологию сами, из принципа. Вот, это очень плохо, но результат этого, если и будет, то не раньше, чем через 3 года. За эти 3 года, если санкции не отменят, если мы не захотим начать разрабатывать эти технологии сами, их на худой конец можно у кого-то купить через 3-4 руки. Удорожание, если не воровать, составляет до 15%, как там соответствующие прикидки сделаны. Ну и последнее, это финансовая сфера. Действительно, российские государственные банки не могут перекредитоваться с долгами, а им возвращается очень большая сумма денег. А когда я задал детский вопрос, простите, пожалуйста, а почему против вас вводят санкции, а вы собираетесь возвращать долги кредиторам из тех стран, которые ввели против вас санкции? Ну понятно, что санкции — это форс-мажор. У вас есть договор. Договор перестает действовать, потому что введены санкции. Простите, пожалуйста. Но если санкции форс-мажор, вы же можете не платить. Да, нужно будет идти в суд, нужно будет бодаться, вот так давайте, начинайте бодаться сейчас. Мне сказали, что нет, это очень страшно, мы лучше заплатим. Я говорю, хорошо, как? В принципе, понятно, позиция, тоже не обостряет, не ссорится. Китай захлебывается от денег буквально, захлебываются от денег многие арабские страны. Из стран Персидского залива, тот же самый Бахрейн, например. Огромные свободные капиталы, как ни странно, для нас существуют в Латинской Америке. Можно идти по миру, искать ресурсы, время есть, не горит. Нет, говорят наши замечательные бюрократы из государственных банков. Это все очень сложно. Мы у государства попросим. Кирилл, ну вот я сейчас попросил 1,5 триллиона, до сих пор извиняется, оправдаться не может. Тем что-то в итоге дадут обязательно. Вот, нет, мы... И значит, в конце августа товарищ Медведев подписывает распоряжение 25 миллиардов рублей Россельхозбанку, 200, по-моему, 13 миллиардов с чем-то Внешторгбанку и 6 миллиардов долларов Внешэкономбанку уже подписывает в начале сентября. С Внешэкономбанком совсем смешно. Это бюджетные деньги, которые были в нем размещены в 2009-2010 годах, когда государство таким элегантным образом его поддерживало. Ну, давал бюджетные деньги не напрямую на проекты, а вот вам деньги, товарищи банкиры, и наваривайся на них, зарабатывайся на этих деньгах. То есть, опять-таки, помогали не экономике, а помогали государственным банкам. И сейчас помогают. И вот, в конце концов, потому что это безобразие, деньги на плательщиков просто так дали в пользование, его заставили эти деньги отдать досрочно. И он с величайшим плачем согласился отдать эти деньги досрочно, а тут как раз санкции. И в итоге товарищ Медведев 6 миллиардов долларов я у него оставил.
То есть в данном случае мы имеем, с одной стороны, ситуацию, когда это абсолютный разврат, и это разрушение нормальной конкуренции, потому что мы все знаем, что там плохой менеджмент. А если в Сбербанке он крайне неудобен для потребителя, то ВТБ он просто плохой, с моей точки зрения. И пусть идут работают, в конце концов, весь мир к их услугам. Государство – это кредитор последней инстанции. С другой стороны, если все будет совсем плохо, есть Банк России, который обязан помогать банковской системе, причем здесь федеральный бюджет. Но с другой стороны, мы видим ситуацию, что нет проблем для системы в целом, потому что если вдруг у кого-то будут проблемы, то у государства деньги для помощи есть. В результате получилось так, что наибольшие последствия для российской экономики имели не западные санкции, а наш ответ на них. Я хочу сразу зафиксировать, что в принципе наши поступают абсолютно правильно и даже немножечко не догибают палку, потому что они стараются нанести крайне ограниченный ущерб. В то время как для того, чтобы достучаться для, так сказать, мозга людей, которые находятся в состоянии идеологического ступора, ответ должен быть не только асимметричным, но и неадекватным. Значит, наши сельскохозяйственные санкции несли Западу теоретически упущенную выгоду 12 миллиардов евро. Это слово дробина. И тем не менее, даже эта дробина сработала, потому что мы видим, что Финляндия практически на неделю задержала введение нового этапа санкций, хотя всего-навсего 400 миллионов долларов или 400 миллионов евро потеряла одна единственная фирма Вали. Значит, что плохо с новыми санкциями? С нашими санкциями. Ответ. Первое. Абсолютно безобразный характер введения. Санкции были распространены на товары. Я не беру то, что мы, так сказать, частичные недостатки мы исправили. Санкции были распространены на товары, которые были оплачены бизнесом, но еще не были поставлены. Ну, вообще-то говоря, в принципе, в нормальной ситуации бизнесмен идет в суд, выколачивает с этого государства в трехкратном размере, но, так сказать, понятно, что все, в политической ситуации большинство бизнесменов предпочтет тихо разориться. А с другой стороны, те, кто не разорятся, просто задерут цены, чтобы отбить убытки за наш счет. Общие потери оценивают 140 миллионов долларов, но это может быть как сильно завышенное, так и заниженное, потому что это, что называется, оценка на скидку. Второе. Мы живем в условиях сверхмонополизированной экономики, монополисты привыкли к тому, что их произвол остается безнаказанным. Мы привыкли к тому, что когда мировые цены на нефть растут, бензин дорожает, потому что нефть же дороже. А когда мировые цены на нефть падают, бензин тоже дорожает, потому что нужно же компенсировать упущенную прибыль. И понятно, что государство вводит санкции, монополисты отреагируют дружно и стремительно. И об этом должны были подумать. Товарищ Медведев дал признательные показания, как это говорят в специфических кругах, что тщательно продумали все нюансы, и правительство размышляло тщательно этим вопросом. Ну, в переводе на русский язык, это правительство думать не в состоянии, потому что никакой профилактической работы с монополистами проведено не было. Естественно, монополисты воспользовались подарком по полной программе. Причем наши же нанесли тяжкое оскорбление белорусам и казахстанцам, потому что в рамках таможенного союза, не говоря уже о евразийском, такие меры, о таких мерах нужно оповещать заранее. И когда белорусы узнали об этом из газет, товарищ Лукашенко, как я подозреваю, лично дал санкцию на то, чтобы белорусские, так сказать, поставщики товаров могли задрать цены на 30-45% для того же Калининграда. Ну, правда, местные производители, воспользовавшись ситуацией, задрали цены на 8-9%. В магазинах это вылилось в полную вакханалию, там даже торговые монополисты пытались как-то урезать свою маржу, чтобы цены не подскочили слишком сильно. Ну, в итоге они, конечно, подскочили сильно. Вот. То есть государство, в принципе, не пыталось и не пытается сейчас как-то обуздать произвол монополии. При этом то, что в России разные, есть специфические регионы, вроде Крыма, Калининграда и Сахалина, тоже никому в этом доблестном правительстве в голову не пришло вообще. Соответственно, возникли очень большие, серьезные проблемы, которые начали перерастать в скандалы, пока, слава богу, локальные.
При этом действенность санкций резко ослаблена была тем, что ответ был, во-первых, слабенький, во-вторых, ответ был без предварительных переговоров. Ведь против нас в виде санкций идут психическую атаку. Ну, если бы кто-то занимался бы делом системы, то как только нас выгнали из большой восьмерки, нужно было в том же самом помещении в Сочи, чтобы не пропадало, провести большой бизнес-форум. Пригласить европейцев, пригласить американцев, китайцев, ну всех-всех-всех. И обсудить подробно, с графиками, с обсуждением. А с какой скоростью мы будем отдавать те деньги, которые сейчас у нас зарабатывают европейцы и американцы, странам, которые не присоединятся к санкциям, кому угодно, хоть раз. Вот. И это оказало бы огромное оздоравливающее, останавливающее воздействие. Мы этого не сделали, получили санкции, ответили санкциями. Но гораздо разумнее было бы провести предварительное обсуждение, просто чтобы напугать тех же самых европейцев. Хорошо, мы ввели ответные санкции, без обсуждения. По кому мы ударили? Мы ударили по финнам. Кто такие финны для французов? А никто и звать их никак. Мы серьезно ударили по полякам, потому что их экспорт яблок сократился на 62%. Вернее, 62% экспорта шло к нам. Какая-то часть просочится через Белоруссию, Прибалтику, но именно просочится, потому что таможенные границы в рамках таможенного союза, они, на них восстановлено таможенное наблюдение. Если вдруг резко в разы подскочит экспорт из Белоруссии креветок или яблок, то, так сказать, после этого он быстро вернется обратно в русло. Вот. И слишком много не просочится. Но кто такие поляки для немцев? Ну, примерно то же самое, что украинцы для поляков. Вот. Мы ударили по норвежцам. Я разумеется, вообще не знаю, кто это такие. В принципе. Немножко зацепили шотландцев, потому что, оказывается, они тоже экспортировали рыбу. Но в условиях того, что они сейчас собираются отделяться от Великобритании, вряд ли англичане по этому поводу сильно плачут. Так что мы ударили по хвостам. Это неправильно. И в любом случае сейчас, да, Медведев сказал о прекращении пролета транзита над Сибирью. Ну, знаете, нам очень неплохо платят за этот транзит. И эти деньги, значительная их часть, идет на поддержание нашей аэронавигационной службы. Вот я совсем не уверен, что уважаемому господину Медведеву, так сказать, хватит организованности сделать два дела одновременно. С одной стороны, закрыть транзит над Сибирью, а с другой стороны, выделить из бюджета дополнительные деньги на содержание аэронавигационной службы. Но в любом случае здесь та сфера, где у европейцев есть симметричный ответ. Если они закроют европейское небо для наших самолетов, тоже нам ничего хорошего от этого не будет. Для нашего транзита, я имею в виду. Я считаю, что правильным ответом было бы сейчас обсуждение вопроса, который ударит именно по ключевым странам Евросоюза. А в Германии на всем этом фоне уже экономический спад наметился, составил 0,2%, это немного. Но для немцев, которые привыкли к росту, которые держат на себе всю эту европейскую интеграцию, это очень болезненно. Две вещи. Легковые автомобили, при том, что они должны будут заменяться японскими, южнокорейскими того же качества, и при том, что это не будет распространяться на то, что собирается на нашей территории, при условии выполнения графиков по росту локализации, а Volkswagen уже и производство двигателей к нам перенес добровольно, без всяких, так сказать, уговоров. И второе, ну, эти меры нанесут удар по Германии, по Франции, по Италии, по Испании, в незначительной степени по Великобритании, то есть по ключевым странам Европейского Союза. Если начать подробное обсуждение, ну, пригласить французских виноделов, немецких, итальянских, испанских, австралийских, с одной стороны, а с другой стороны, новозеландских, южноафриканских, чилийских, аргентинских, и задать простой вопрос, ребят, а с какой скоростью вы можете возместить сокращение поставок из Европы, наращивание своего производства? Горизонт планирования 5 лет. Бессмысленно вводить санкции на один год, потому что никто не будет увеличивать производство, это невозможно. За год ничего не окупится. 5 лет нормально. Давайте.
И я думаю, что по итогам этого обсуждения санкции как-то уже введенные отомрут сами собой. А если не отомрут, ничего страшного. Значит, не будет новых следующих санкций. Вот. Одна из проблем, которая касается наших нашего ответа, заключается в том, что мы ввели как европейцы на один год. Ну, никакое производство за один год не выйдет даже в точку безубыточности. Один год – это помощь тем предприятиям, которые получили страшный удар от присоединения к ВТО, но не умер. Это свиноводство и птицеводство. Да, им это подарок. Именно тем, которые не умерли, а просто в пришибленном состоянии. Но, вы знаете, без контроля за ценами, без ограничения произвола монополий, никто этого подарка в нашей стране не заметит. Вот. Так что, к сожалению, пока мы примерно понимаем, что делать, даже отдельные меры делаем правильно, но вот все, что касается уже вопроса «как», это, наверное, следующий этап. Вот. Ну и, конечно, санкции Евросоюза очень хорошо показали, что санкции вводятся не потому, что Россия что-то делает неправильно, а потому, что Россия вообще, в принципе, существует. Потому что позорные, с моей точки зрения, Минские соглашения были продавлены нашими. Это понятно. Ни украинцам, ни Новороссии они не нужны, строго говоря. Но в результате мы добились подписания соглашения, которое можно дискутировать, проживет оно неделю, две недели, три недели, четыре недели, но оно не будет, не приведет к миру, не приведет к прекращению разрушений, не приведет к превращению кровопролития. Вот. Это уже видно, это уже очевидно. То есть мы навязали то, что неприемлемо всем. И то, что вообще не учитывает, собственно говоря, результатов боевых действий ни в малейшей степени. Такое ощущение, что Ахметов на коленке это писал в самом начале конфликта, и вот откуда-то какой-нибудь Зурабов из-под коленки Ахметова это достал. Вот. Но, тем не менее, это миротворческая операция, миротворческое действие, которое увенчалось успехом, очень характерно, что европейцы вводят санкции против нас тогда, когда уже и скандал с Боингом сошел на нет, и понятно, что это не наши, и даже не ополченцы, потому что если бы это были наши, это были ополченцы, то бой стоял бы по всему миру. И предъявить претензий нет никаких. И мир мы установили плохой, но он все равно хуже ссоры и на время, но все равно он есть. И все равно мы во всем виноваты. То есть это очень ярко показывает, что Украину зажгли не для того, чтобы установить там демократию, а чтобы подпалить Россию. Это понятно сейчас уже. И наша вина заключается не в том, что мы там воссоединились с Крымом без разрешения, а наша вина заключается в том, что мы существуем. Ну, просто глобальная конкуренция ужесточается, и люди, которые раньше терпели нас в качестве младших партнеров, теперь хотят, чтобы младшие партнеры у нас исчезли, пришли младшие менеджеры, как было в 90-е годы. И они искренне не понимают, что у нас это кому-то может не нравиться. Вот. Так что, к сожалению, здесь ситуация, ну, обычная ситуация, когда стоит шпана в подворотне, плюет на ботинок. Если вы начинаете рассказывать про права человека, то, скорее всего, вы из этой подворотни сами не выходите. А если вы вычисляете главаря и бьете его в лоб, даже если он лично, так сказать, на вас даже не смотрел, то вот это вот и есть конструктивный диалог, основанный на полном взаимопонимании, и который, скорее всего, приведет к взаимовыгодному сотрудничеству. Спасибо. На этом я позволю себе закончить. И с большим... Я прошу извинить, что я затянул время. Ну, я с большим удовольствием пытаюсь ответить на ваш вопрос. Михаил Геннадьевич обладает уникальной способностью, уникальной для экономиста, говорить доступно, тезисно, по полочкам. У кого-то уже созрели вопросы? Да, я, значит, сразу хочу зафиксировать, что вот это вот не совсем декорация. Меня просили привезти свои книжки в качестве приза для людей, которые задают лучшие вопросы. Я понял так, что прошлые выступающие говорили настолько понятно и доступно, что вопросов к ним не было. Пожалуйста, вопросы. Ура, есть вопрос, да, пожалуйста. Ну, во-первых, небольшая справка. Я сюда я прочитал о том, что контрответ на санкции – это ввели экспорт автомобилей, импорт автомобилей определенных из легковых из Европы и швейные изделия. Это
вот было последнее сообщение. А что ввели? Ввели санкции на импорт из Европы на автомобили и швейные изделия. Нет, про швейные изделия я слышал, это был разговор. Вот было сообщение, это «Взгляд», так сказать, официально объявил, вот я буквально час назад читал. Ну, может быть, час назад это появилось. Да, час назад. Если бы мы... Ну, вот видите, я не знал, потому что еще 3 часа назад этого не было. Понятно. Но если ввели легковые автомобили, то сейчас клуб любителей Феррари взводит. Ну, я этому удивился, автомобили и некоторые швейные изделия, типа того, что мы умеем их делать, и поэтому они нам не нужны. Швейные изделия и автомобили. То есть то, о чем вы говорили. Какие и как автомобили, я не успел прочитать, но вот такие вот контрсанкции. Но здесь я хотел бы задать другой вопрос, поскольку вы смотрите, как там элита ходит, гуляет, о чем она разговаривает. И у меня может быть странный вопрос. Вы знаете, как Ленин сказал, если идея овладеет массами, она становится материальной силой. Так вот, вталкивает постоянно идею о братских народах. Ну, например, братский болгарский народ. Значит, Первую мировую войну воевал на стороне Австрии. Вторую мировую войну был союзником Гитлера. Братский чешский народ, кстати, геи-славяне, гимн оттуда пошел, прихватил примерно четверть российского золота, самая устойчивая валюта была крона до войны, значит, и чем он занимался, братский чешский народ? Он ковал оружие вермахту, даже бомбить им запрещали, ну и так далее. Так вот, вы понимаете, сейчас братский украинский народ, да? Западенские. Ведь Россия не показывает одну простую вещь. Когда мамы, жены, дочери говорят, уберите наших сыновей, они не говорят, уберите, что они убивают таких же. Они говорят, дайте им бронежилеты, дайте им оружие, чтобы они могли безболезненно убивать. Так вот, спрашивается, что это за идея, которая вталкивает, и как она не проходит, и кончится ли она когда-нибудь? Ну, вы знаете, я как-то эту идею мало слышу в России сейчас. Я, правда, с элитой не общаюсь, вот, но даже самые, так сказать, упертые сторонники этой идеи, на мой взгляд, они согласны с тем, что для того, чтобы к украинскому народу как-то относиться, его сначала надо вылечить. А причем есть болезни, которые терапевтическими средствами не лечатся. Так что я думаю, что на сегодняшний день тема братского украинского народа распространяется на жителей Донецка, Луганска и всех остальных территорий, которые от нацизма освободятся, так или иначе. А что касается жителей нынешних города Киева, ну, пусть пляшут, пусть скачут. Во всяком случае, вы знаете, когда идет разговор о том, что вот мы их отключили им газ. Вот разговор о том, что простых людей жалко, вот этот разговор касается только Луганска и Донецка. Да. Инвер Умеров хотел спросить. Вы знаете, вот Калоев еще писал в 2012 году, публикация была хорошая, книга вышла его по поводу, значит, на документах, на основанных, на архивных материалах. Относительно сегодняшнего раздела, территориального раздела, того, что сейчас произошло, он практически это в 2012 году уже это было опубликовано. И вот сегодня, когда речь идет о санкциях, мне интересно, чтобы вы прокомментировали отношение к этим санкциям, в смысле тактических действий, насколько это верно сегодня и соотносится со стороны команды Ротшильда, со стороны команды Рокфеллера, и значит, Ватикана. И как это сегодня соотносимо можно соотнести с проблемой золотого юаня? Понятно? Спасибо. Ну, насчет Ротшильдов и Рокфеллеров, знаете, вот представьте себе, что приходит к директору уборщица и говорит, скажите, пожалуйста, мне сегодня мусор подметать щеткой или веником? Вот директор так уборщицу выгнет, потому что какая разница, чем подметать. Вот вопрос о санкциях, это настолько мелкий вопрос. Вот, ребят, вы там делитесь, как-нибудь разберитесь. Это все никого особо не волнует. Украину зажгли по нескольким причинам. Экономическая причина достаточно простая.
американцы продавили европейцев до начала войны, и было понятно, что в стратегической перспективе, не сейчас, а через некоторое время, будет создана трансатлантическая зона свободной торговли. И в рамках этой торговли Европа, которая платит большие налоги на социологу, она конкуренцию с американцами не выдержит, ее зачистят. И с ней будет то же самое, что с Восточной Европой. Уничтожение производств, массовое закрытие производств, безработица и падение уровня жизни. И в этой своей перспективе европейцы, которые находятся в абсолютной интеллектуальной зависимости от американцев, в полном ужасе, они решили прихватить себе рыночек, ну хоть на 43 миллиона человек, ну хоть что-то, хоть как-то укрепиться. Поскольку прихватывали в авральном режиме, то пережали. Дальше есть исторический, так сказать, интерес европейского бизнеса, в первую очередь немецкого. Ну, хотелось немцам в 41-м году иметь чернозем, что сейчас не хочется, что ли. Сейчас даже больше хочется, потому что немецкое сельское хозяйство – это гидропоника, по сути дела. Там природного плодородия практически нет, не осталось. Вот. В Украине огромное количество разных ресурсов нужно взять, да и спрос полезный тоже, с одной стороны. А с другой стороны, со стороны американцев, как государства, им нужно загонять деньги в свой долг. Для того, чтобы люди покупали американский долг, нужно всех напугать до смерти, потому что, в общем-то, это ценные бумаги надежные, но бездоходные в лучшем случае. Значит, нужно всех напугать до смерти. Как напугать? Экспортом сначала нестабильности, потом экспортом хаоса. Вот зажжем Украину, сейчас к нам побегут тоже это все. Это второе. Ну, там зоологическое русофобия, конечно, не имеет места. А третье – это глобальный бизнес, который уже оформился практически как глобальный управляющий класс. То есть Ротшильд, там есть Рокфеллер, там много разного народу, но у них объективная проблема. Им нужно как-то списать безнадежные долги, потому что иначе эти долги рухнут и могут похоронить кого-нибудь не того. А чтобы списать долги, нужна настоящая война. Не гибридная, не информационная, а настоящая, с ужасом, с кошмаром. Потому что под это все будут в шоке, все согласятся. Ну, хотели, так сказать, нас, судя по всему, в это дело втравить. У нас дрова сырые, мы не втравились. Я не считаю, что это хорошо. Я считаю, что против нас все равно НАТО не воевало. Потому что не хотят они, так сказать, жертвовать своими солдатами. Честно, военные компании тоже против нас не воевали бы. Потому что каждый подготовленный боец стоит очень больших денег, это плохой бизнес. Если частная военная компания влезет в лобовое противостояние, то у нее котировки на рынке упадут. И чем она будет оплачивать кредиты, взятые под залог акций? То есть это бизнес, и он достаточно слаб. Поэтому, скорее всего, будут разжигать Ирак, Саудовскую Аравию, Израиль, вот этот вот замечательный регион, там подготовка уже идет во всем. Но наши боятся, что Третью мировую разожгут все-таки в Украине. В этом, так сказать, та часть мотивации нашего руководства, которая поддается теоретически оправданию. Что касается Ротшильда, Рокфеллера, Ватикана, свечку не держал. Есть гипотеза, которую товарищ Хазин излагает, что вот хочется вернуться к созданию однородного национального государства, и для этого вот будут делать государство Галичина и так далее. Чем мешает государство Польша? Чем мешает государство Венгрия? Ну, допустим, поляки полностью под американцами, но венгры сами по себе, они не под кем. Они уже сейчас независимые. Вполне, так сказать, готовы к сотрудничеству. Я не очень понимаю. Но как гипотеза это работает, потому что ошибки делают все. В том числе люди, которые занимаются стратегическими играми. Что касается золотого юаня, ну, действительно, юань как конвертируемая валюта, ну, ограниченно конвертируемая, но все на это дружно закрывают глаза. Достаточно популярен, его зона применения расширяется. Если реализуется проект, который они называют экономический пояс нового шелкового пути, то есть выход на европейский рынок как раз в тот момент, когда Европа обеднеет из-за интеграции с Америкой. Вот. Это очень здорово укрепит Китай, ну и нам тоже поможет. Но для этого нужно прилагать усилия и что-то делать. Скажем, для американцев это абсолютно неприемлемо, потому что когда китайцы хотели построить распределительный порт на западе Крыма, это, судя по всему, и стало окончательным приговором Януковича.
Логика следующая. Если строить серьезный железнодорожный путь, он будет проходить через одну из восточноевропейских стран, там легко сделать переворот и заблокировать этот путь. По морю все контролируется американцами. Когда китайцы построят 7 своих авианосцев, которые они один, по-моему, уже построили или достраивают, но все равно они будут океанской державой, второй, но для того, чтобы прервать торговое судоходство, достаточно там двух катеров с пулеметом, как показали сомалийские пираты. Поэтому все это находится в зоне риска. Значит, нужен надежный путь по суше. Но если он будет проходить через страну, американцы смогут через эту страну Восточной Европы заблокировать. Пример есть. В 90-е годы американцы доплачивали своего бюджета чехам, чтобы они покупали не российский газ, а на 20% более дорогой норвежский газ. Вот эти 20% Америка дотировала Чехию. Вот. Поэтому китайцы хотели сделать здесь распределительный порт к северу от Севастополя, я не знаю точно где, я думаю, что до этого, до выбора точного места дело не дошло, это было просто протокол о намерениях. Там, чтобы перебрасывать по внутреннему каботажу, внутримовскому, в Болгарию, или в Румынию, или в Турцию, если все будет совсем хорошо, то через Украину. И поскольку везде переворота сделать нельзя, то это будет нормальная, застрахованная, хорошая логистика. Вот. Это хороший проект, он правильный проект, но здесь есть маленькая деталь. Для того, чтобы этот проект сделать, мост через Керченский пролив должен ориентироваться не на 2,5 миллиона населения Крыма, и не на 10 миллионов туристов, которые теоретически могут здесь быть, а на 250 миллиардов населения восточной части, южной части центральной Европы. То есть это должно быть более мощное сооружение, чем то, которое сейчас в очередной раз начинают планировать. Вот. Так что пока, с точки зрения золотого юаня, мы наших коллег, я боюсь, скорее разочарованы. Спасибо. Добрый день. Скажите, какие экономические перспективы развития современной России в случае полной изоляции западным миром экономической? Как вы видите современную Россию в холодной войне, Ну, давайте сразу зафиксируем, что полная изоляция невозможна в принципе. Ну, простая вещь. Мы производим 90% мировых запасов мирового производства такого славного вещества, как палладий, без которого современное автомобилестроение отсутствует. В принципе. Мы очень существенны на рынках многих видов сырья, нас оттуда вычеркнуть нельзя. Очень мне нравится в этом отношении позиция Евросоюза, которая ввела санкции против поставок в Россию, присоединилась к американцам на поставки к Россию технологии и оборудования по добыче нефти, и отдельно говорила, что ни в коем случае это не распространяется на технологии добычи газа, потому что Евросоюз имеет 27% газа из России, а если брать Евросоюз у Турции, то и 35%. Вот. Поэтому полностью нас вычеркнуть нельзя. Теоретически, когда, обратите внимание, когда господин Керри заикнулся один раз о том, что нас выгонят из ВТО, больше это не повторял никто и никогда, потому что сотрудничество в основном выгодно не нам, а выгодно нашим партнерам. Если нас выгонят из ВТО, это будет нам подарок на несколько десятков миллиардов долларов просто в течение первого же года. И холодная война – это отнюдь не полная изоляция. В условиях холодной войны была интенсивнейшая торговля. Я напомню, что даже во времена железного занавеса, в 30-е годы, когда у нас в Уголовном кодексе официально была статья «Подозрение в шпионаже», а советские писатели писали жалобы, что всех выпускают за границу. Агрономы ездят, ученые ездят, директора заводов ездят. Бухгалтеры ездят, а вот нас не выпускают. Какой кошмар. Мой собственный преподаватель, экономики, до всякой разрядки, в 71 году полгода учился в Сорбонне на курсах обмена, не будучи не то, что там чьей-то дочкой, а даже членом партии. И вот точно он не был сотрудником КГБ, ну вот 100%. Вот, так что железный занавес очень относительно. Как американцы нам проектировали все гиганты индустрии,
и как они осуществляли включенный контроль за строительством огромного количества комбинатов вплоть до Днепрогресса, это отдельная история. Вот. В реальности нас могут очень сильно ущемить, скажем, со Свифтом. Но, вы знаете, Свифт – это самая развитая система межбанковских расчетов, которая стала самой развитой, потому что, когда рассыпался социалистический лагерь, все постсоциалистические страны подсоединились именно к ней. Помимо ней есть еще минимум парочка систем, которые просто носят менее масштабный характер. И, скажем, Иран, который был полностью выключен из Свифта, прекрасно осуществлял расчеты со всеми, кто был ему нужен, просто чуть более медленно, чуть более долго. И здесь, на самом деле, все зависит от позиции российского государства. Если мы будем действовать так, как мы действуем сейчас, ну, смотрите, мы от санкций не страдаем. Мы страдаем от собственной реакции на эти санкции, потому что эти, так сказать, ответные меры вводятся с выключенным мозгом. Ну, простая вещь. Вот нашему крупному бизнесу, допустим, вообще всему крупному бизнесу запретят перекредитовываться на Западе. Ну, во-первых, отлично, санкции форс-мажор, и наш крупный бизнес легко может перестать возвращать свои долги Западу, потому что форс-мажор работает в обе стороны, а не только в одну. Более того, у нас очень критическая сейчас ситуация с 50 миллиардами ЮКОС, которые нам присудили, и нам придется выходить из международного правового поля, по крайней мере, какими-то кусками. Это очень большая юридическая задача, которая опять-таки у нас не решается. Как сказать, что вот это вот решение суда на нас не распространяется, но при этом сохранить нормальное юридическое регулирование нормального хозяйственного оборота? Да и человеческого оборота тоже. Это задача сложная, она решаема, но она требует привлечения специалистов, я ничего не знаю про то, что эту задачу пытаются решать. Оплатить 50 миллиардов долларов нельзя, не потому что 50 миллиардов это много, а потому что если заплатить эти деньги, завтра получим еще десяток таких же исков, ну, по чуть менее политически, так сказать, ангажированным телом. На худой конец можно высосать из пальца. Вот, так что, простая вещь, нашему крупному бизнесу, например, прекратили давать деньги взаймы. Отлично. Российская Федерация – это уникальная страна по своей макроэкономической политике. Во всех странах мира национальная валюта имитируется в соответствии с потребностями национальной экономики. Потребность национальной экономики понимается по-разному. Скажем, если брать прирост государственного долга США, на 80% этот прирост финансируется Федеральной резервной системой. То есть американским центральным банком. Просто так списать эти деньги нельзя, потому что у них Федеральная резервная система – это объединение частных банков, которые выполняют государственную функцию. Если просто так списать долги, то эти частные банки обанкротятся. Просто так на это никто не пойдет, для этого война нужна. Или чтобы их поддерживать целевым образом. Но, в принципе, все страны развиты, маломальски значимые, имитируют деньги по потребности своей экономики. Да, когда вы ошибаетесь в этой потребности, вы очень сильно попадаете. Там или инфляция, гиперинфляция, экономический спад, или денежный голод и тоже экономический спад. Но, в принципе, есть инструменты и есть наука, как эту потребность относительно точно понимать. Естественно, политика в это вмешивается, но это не сложно. В нашей стране существует совершенно другая система. А у нас рубли имитируются только в том объеме, который обеспечен той валютой, которую нам наши западные партнеры позволяют заработать. Или дают нам взаймы. Вот сколько валют в страну пришло, столько рублей мы имитируем. Дальше начинается цирк. Потому что, с одной стороны, мы много зарабатываем. Нефть дорогая, газ дорогой, металлы хоть и подешевели, но все равно бизнес хороший. И мы много зарабатываем. А с другой стороны, потребности экономики в деньгах небольшие, потому что развитие блокируется в каждой точке. И после того, как Банк России имитирует рубли, они еще и стерилизуются, не замораживаются везде, куда только можно дойти. Они стерилизуются и в самом Банке России, они стерилизуются и в федеральном бюджете, чего вообще быть не должно даже теоретически.
Вместо этой извращенной системы, когда мы сначала печатаем деньги сколько не надо, а потом начинаем их мучительно, как мыши, ловить по всей экономике и ликвидировать, создаем в стране искусственный денежный голод и блокируем собственное развитие, можно перейти к ситуации, которую применяют все нормальные страны мира, когда валюты имитируются по потребности экономики. И, простите, тогда проблем с рефинансированием государственных банков за границей не будет. И проблем с кредитным голодом не будет. Потому что будет имитироваться столько денег, сколько нужно. Но для этого нужно изменить некоторые принципиальные решения, которые были приняты, так сказать, в чину начала 90-х годов. Просто нужно сказать, что, знаете, а вот в Америке по-другому, в Китае по-другому, в Индии по-другому, и почему мы занимаемся черти чем. То же самое, что с плоской шкалой подоходного налога. Когда реформаторов, либералов, которые это вводили, спросили, они сказали, ну, как во всем мире, мы, значит, применяем мировые стандарты, спросите, пожалуйста, а в каких странах, кроме вот России, существует уже сегодня эта шкала? На чей опыт вы ссылаетесь? Они назвали Эстонию, Боливию и какую-то третью страну. Больше примеров нет. Вот мы то же самое осуществляем в области макроэкономической политики. То есть, если государство будет исполнять свои обязанности хотя бы в минимальном объеме, это не страшно. Это будет неприятно, потому что я действительно люблю, ну, не пармезан фольклорный, я очень люблю камамбер. Ну, очень люблю. Я понимаю, что мне какое-то время придется обходиться без него. Это неприятно. Ну, что ж поделаешь. Вот. Я люблю очень, ну, как бы, собственно, не люблю, но всю свою жизнь езжу на японских автомобилях. Я могу себе представить ситуацию, что придется пересаживаться на южнокорейскую и на российскую. Ну, ничего не поделаешь. Можно и пешком проходить. Да, это не критичная ситуация. Если мне придется походить пешком для того, чтобы в Тольятти появилось 100 тысяч рабочих мест, я похожу пешком, я живу не в Тайге. Ничего страшного. Вот. Так что, но здесь есть проблема. Она заключается в том, что если наше государство не будет исполнять свои обязанности, то санкции действительно будут страшны. Потому что если ничего не делать, то будет происходить только плохое. Как советские сантехники, мои знакомые, они придумали такую замечательную мудрость. Я люблю цитировать, что под лежащий камень течет не вода. Но с другой стороны, если наше государство не будет ничего делать, то с учетом просто естественных трендов нашего развития мы до серьезных санкций не доживем. Потому что торможение экономического роста серьезное. Если мы от разграбления советского наследства не перейдем к развитию, то есть санкции, нет санкций, слабо они или сильно, это не критичная проблема. Бегство капитала в первом квартале вызвано не протестом Запада, оно вызвано бардаком, который учинило наше собственное руководство в нашей собственной экономике без всяких провокаций извне. Спасибо. Вот мне интересно, скажем, вот не только целесообразность такого вот Министерства по развитию Крыма, но его принципиальное отличие от других, скажем, региональных вот министерств. Спасибо. Ну, понимаете, по-хорошему особые территории должны управляться особым образом. Чем отличие? И я не имею никаких... Я очень поддерживал, когда возникло Министерство Дальнего Востока. Я руками и ногами поддерживал, тем более, что на Дальнем Востоке служил, и примерно понимаю, чем Приморский край отличается от Краснодарского края. Вот. А дальше вдруг выяснилось, что Министерство создали, а полномочий ему не дали никаких. Вообще, в принципе. А дальше возникла ситуация, когда у нас... Есть Министерство Северного Кавказа, Министерство Крыма, Министерство Дальнего Востока. И, ну, вы, наверное, знаете, как зовут вашего министра, но кроме вас не знает никто. Это люди без полномочий. И особую политику в отношении того или иного региона, вполне можно осуществлять на уровне вице-премьера. Когда есть профильный вице-премьер, который занимается этим регионом, в Крыму он есть, Козак, по-моему. Вот. И он будет координировать деятельность министерства и ведомств на данной территории. Опять же, для этого есть полпред. И, в принципе, этих механизмов вполне достаточно. Зачем нужно министерство, которое не имеет прав и, соответственно, не имеет обязанностей, я понять не могу. У нас, к сожалению,
некоторый энтузиазм в этом отношении, вот пережиток советских времен, когда люди думали, что для того, чтобы решить проблему, нужно принять решение. Решение принимается, не исполняется. Ага, значит, для того, чтобы решить проблему, мало принять решение, нужно создать министерство. В поздние советские годы, особенно там после 1977 года, когда Леонид Ильич уже плохо функционировал. Но это абсолютно тупой, бессмысленный подход, и если этот кейс дать студенту старших курсов, то он скажет, что это неправильно. Но наше государство пока, вероятно, находится на уровне студентов младших или средних курсов в этом отношении. Ну и к тому же всем хочется побыть министром, здесь тоже понятно. Вот. Но пока, к сожалению, нормального управления у нас нет и в этой сфере тоже. У нас большая радость ликвидирования Министерства регионального развития. Это счастье. Помимо того, что Министерство регионального развития в качестве своих оставшихся у него полномочий, а занималось в основном межнациональными отношениями, а все остальное не уже разобрали. И выработка региональной политики, которая не касалась Дальнего Востока, Северного Кавказа, а Крыма, Калининграда и города Москвы, и города Санкт-Петербурга. То есть понятно, что это было некоторым бредом. Да? Там еще был чудесный министр. Когда его увольняли из уволили из губернаторов Костромской области, люди об этом узнали ближе к вечеру, Кострома вышла на улицу, и там был народный праздник. Потому что когда я спрашивал жителей Костромы, мужики, ну вот вы пускали фейерверки, вот вы лично пускали фейерверки, я понимаю. А что он такого плохого-то сделал вам? Они не могли сформулировать, что было плохо, просто был неприятен на стране. Вот. То есть первый шаг сделан, и это хорошо, но знаете, у нас есть Министерство экономического развития. Но этого достаточно. У нас есть особый правовой режим регулирования. Он, конечно, безумно кривой, он, конечно, несовершенный, но, по крайней мере, есть что совершенствовать. Что здесь делать? Есть алпред, в конце концов, есть техника. Наверняка уже размножились все региональные представительства федеральных министерств и ведомств. Не размножаются почкования. Вот. Что, зачем нужно делать министерство по делам Крыма, я правда не знаю. Спасибо. Михаил Геннадьевич, а вот вы я хотела уточнить. Вот, мне не очень понятно. Мне кажется, что если будут санкции на легковые автомобили, ну, пешком многие из нас могут походить. Мне кажется, что пострадают огромное количество людей, которые, во-первых, работают на автомобильных заводах. Здесь, пожалуйста, на каких автомобильных заводах они работают? Именно на европейских. Они работают на европейских заводах в Европе. Нет, я не нет, вот это принципиальная разница. Вот, понимаете, когда осуществляется отверточная сборка, вот я езжу на машине Nissan Tiana в российской сборке. Когда я ее покупал, мне строго-настрого предупредили, что все хорошо, есть одна проблема, могут барахлить задние двери. Ну, почему? Ну, потому что мы только их навешиваем. Все остальное приходит в готовом виде, как машинокомплект. У нас достаточное количество так называемых сборочных предприятий, когда в машине завязывают бантик, а дальше за счет разницы цен в Европе и в России, эти вот 20% добавленной стоимости возникают просто в результате завышения цены. Вот. А никто никогда не будет распространять санкции на сборочные производства на территории России. Это невозможно, в принципе. Потому что одно дело мы говорим, мы закрываем Peugeot, и нам не нужны Рено фирмы Dacia, румынские, и нам даже французские Рено не нужно, потому что вы взяли завод в Автовазе не для того, чтобы сократить еще в 3 раза численность тех, кто там уцелел, а для того, чтобы что-то производить, дорогие коллеги. Вот. Но это вопрос рабочих рук и России. Невозможно. Я, конечно, очень критически отношусь к российскому государству, но невозможно ввести санкции на сборочное производство России.
Другое дело, что от них могут требовать повышения степени локализации, как это называется. Но, во-первых, они сами повышают эту степень, просто это требует бизнес. Хотя с проблемами, скажем, у нас пару лет назад или тройку лет назад была единственная в истории человечества забастовка профсоюза против рабочих мест. И о том, что немцы хотели перевести завод с производства двигателей из Чехии в Калугу, а менеджмент был европейский, то есть чешский. И чехи, как чистые патриоты своей родины, они, значит, завели на свой завод совершенно какой-то даже безумный отмороженный мелкий профсоюзник для того, чтобы он устроил забастовку против создания завода по производству двигателей. Но этот завод сейчас все равно делается, не просто затормозили на пару лет. А во-вторых, это вопрос переговоров. И не по-хорошему, так и по-плохому можно договориться и дальше следить за исполнением. Так что нет, это на это не распространится. Россия производит сегодня, собственно, легковых автомобилей она не производит. Я, конечно, извиняюсь перед всеми счастливыми владельцами машин фирмы «Лада». Я даже знаю, у меня два хороших знакомых. Они купили «Лада» не из патриотизма и не от нехватки денег, а потому что просто хотели, и их она вполне устраивает. Я очень рад за них. Я знаю людей, которые ездят на охоту, там, в тундру, в тайгу, и машина УАЗ действительно является абсолютно уникальной, потому что она неубиваема. Никакой четырехприводный иностранный джип не способен работать в тех условиях, в которых, так сказать, работают мои славные знакомые. Тем более ездят на охоту. Вот. Ну, понятно, что это такое, как это выглядит. Но невозможно распространение санкций на поставку машин компонентов. Еще один вопрос. Вы вот сколько примеров привели опрометчивых решений российского правительства. И мне вот очень интересно, а где такие вот грамотные советники, как вы, где они в это время? Почему вас все тут рядом? Понимаете, у всех своя специализация. Я занимаюсь проблемой. Если вы включите первый канал, то далеко не все, что вы там увидите, будет неправдой. У нас есть и хорошие специалисты. Скажем, в макроэкономике лучший макроэкономист Российской Федерации – это Андрей Рамович Белоусов. Он работает помощником Путина. И если их сменят место работы, только на более высокое. А второй макроэкономист по качеству – это Андрей Николаевич Клепач. Ну, правда, его все-таки съели в Минэкономразвитии, и он, судя по всему, ушел в тот самый ВТБ. Вот, но он просто устал. Но достаточно много, достаточно вменяемых руководителей. А я понимаю, конечно, что министр культуры Мединский имеет слабое отношение к культуре. Но, знаете, это первый министр культуры нашей страны, который понимает, что культура – это инструмент развития народа, инструмент его уничтожения. Так что я не стал говорить, что ах, какой ужас, ах, все плохо. Знаете, ну, довольно много делается хорошего, если брать даже ситуацию с Крымом. Да? Все сделано троечку с минусом, все сделано. Да? Если будут дожди, то проблема воды решена. Нет, простите, пожалуйста, а все ждали засуху, все ждали срыва. Все ждали срыва туристического сезона из-за физического отсутствия воды. Знаете, когда обнаружили, что в Севастополе работают обе опреснительные установки, вы не представляете себе, какой в Москве был праздник. Народ задавал друг другу один вопрос, а почему они работают? Да? Я понимаю, что никто не кинул бронированный кабель электрический по дну Керченского пролива, потому что если проблему решить, то на ней уже ничего нельзя спилить. Но, знаете, минимум-миниморум туристов был обеспечен. Да, минимум-миниморум могло быть сильно меньше. И так далее, и так далее, и так далее. Вот, то есть ввели льготный налоговый режим для Крыма. Ну, понимаете, а могли затрамбовать, как вот, как положено. Минфин, по-моему, до сих пор не может понять, что случилось и почему так вышло. Потому что Минфин, ну, это люди, которые, ну бухгалтеры, да, сталкивались с бухгалтерами. Вот, так что нет, у нас довольно много делается довольно прилично.
Даже у нас занялись модернизацией БАМа, прости господи. В конце концов, когда мы продаем газ Сибири, восточно-сибирский газ Китаю, мы сейчас договорились с ними, а газохимия будет на нашей территории, скорее всего, будет наша. Так что ну, многое делается плохо, но критически минимум делается. А с другой стороны, вы поймите, что это вопрос идеологический. Кому должно служить государство? Когда люди в 90-е годы, 2000-е годы привыкли, что оно должно служить глобальному бизнесу, ну, знаете, должна быть микрореволюция для того, чтобы это поломать. А для президента Путина, как я понимаю, все эти люди — это те самые люди, которые обеспечили высокий темп экономического роста все 2000-е годы, и он только-только начинает понимать, что здесь что-то не то. Ну, не обязан президент заниматься экономикой, на другие проблемы в Украине сейчас. Вот, так что, ну, не все безысходно. Не проблема, да, но жизнь — это процесс решения проблем. У меня последний вопрос в Украине. Минские соглашения. Какая выгода для России была продавливать эти Минские соглашения? И санкции продолжаются, и наращиваются военные силы опять. Интерес товарища Зурабова, может быть, заключается в том, что он чей-нибудь на сегодняшней олигархической нацистской Украине бизнес-партнер. Если брать Россию в целом, ну, знаете, люди же добрые. Они сначала хотят договориться всегда, перед тем, как посуду прибить. Нужно же получить окончательную ясность. Ну, судя по всему, не все окончательную ясность получили. И потом, знаете, если даже 2 недели не будут убивать людей, то уже хорошо. Такая логика тоже имеет право на существование. Я ее не разделяю, на самом деле. Я прекрасно понимаю, что она имеет право на жизнь. Вот я считаю, что это большая ошибка. Я считаю, что это глупость, что второе перемирие закончится так же, как и первое, или еще хуже. Вот, но... По крайней мере, мы еще раз показали, что здесь виноваты не мы. Другое дело, что показывать агрессору, что он агрессор, очень смешно, очень нелепо. Вот. Но, по крайней мере, наш МИД сегодня что-то пропищал про ответных санкциях. Люди учатся. Вы понимаете, люди, которые четверть века были похоронной командой и ничем больше, вдруг начали что-то пищать про ответные действия. Но уже есть некоторые. Я же помню, как уважаемый министр иностранных дел товарищ Лавров 8 августа 2008 года, там начался геноцид, попытка геноцида в Сенвале, все в полном ступоре, все чиновники боятся сказать лишнее слово, его съемочная группа «Вести-24» поймала, буквально к стенке прижала, и он на голубом глазу говорит: я сейчас буду звонить Кондолизе Райс, чтобы она уволила этого президента Саакашвили. Больше, правда, это никогда не повторял, слава богу. Но, понимаете, есть некоторые лучшие. Спасибо. Ну и потом, я думаю, что когда товарищ Мозговой говорил о том, что спасибо большое России за поставку разнообразной, в том числе и тяжелой гуманитарной помощи, но я думаю, что это же не только я слышал, это люди, которые сейчас готовят нападение на Донецк и Луганск, они тоже это слышали. Спасибо. Борис Васильев, Крымское эхо. Михаил, вот если вы знакомились с программой экономического развития Крыма, которая вышла из правительства, не знакомы, да? Нет. Вообще, как писал Марк Твен, опустим занавес жалости. На этой сцене я могу себе представить. Как вы оцениваете вообще будущее Крыма, его экономическое развитие, состояние? И сразу же, как вы смотрите на то, что, ну вот, например, Коломойского там предприятия национализируют, как в 17 году? Ну, вы знаете, я недостаточно толерантно отношусь к нацизму. Меня в этом все время уличают в России. Когда я задал вопрос, что, понимаете, когда мы поставляли газ Киеву бесплатно до середины июня, то вообще-то говорит уголовное преступление. И по российскому праву, к международному, называется финансирование нацизма. И мы это делать не должны. Что касается конкретно товарища Коломойского, ну, товарищ Коломойский через приватбанк украл у жителей Крыма более 60 миллиардов рублей.
60 миллиардов – это то, что посчитано, потому что попадает под программу агентства страхования вкладов. Как ведется агентство страхования вкладов – это отдельный разговор, это ужасно. Но, тем не менее, он украл деньги, он их должен вернуть. При этом же он не только украл эти 60 миллиардов у тех, у кого вклады меньше 700 тысяч, у кого-то были вклады больше 700 тысяч, а у кого-то там лежали деньги предприятий. Деньги малого бизнеса там, наверное, еще они тоже сгорели. Да? То есть я вообще не очень понимаю, почему это так поздно сделано. В части товарища Коломойского. Во-вторых, в части любых олигархов, которые поддерживают нацистов. Ну, я понимаю, что говорить они, допустим, что-то не могут, но если он дал деньги на формирование карательного батальона, все имущество должно быть конфисковано. И в России тоже. Это же был чудесный анекдот, когда Тарусе принадлежал, ну, часть угольного разреза в Кемеровской области. А он потом его фиктивно продал, но реально управление осуществлял он. И люди не получали зарплаты весь январь, потом они стали получать зарплату в половинном размере, февраль и март с официальной формулировкой на поддержку революции на Украине. Ну это как? И у него этот угольный разрез, по крайней мере, еще в июне месяце не отобрали. Ну как это может быть? Это неправильно. Так что здесь проблема не в том, что отбирают, а в том, что отбирают слишком медленно. С одной стороны. С другой стороны, здесь есть государство, собственность украинского государства. Ну, простите, пожалуйста, если украинское государство не признает Крым частью России, оно не может осуществлять здесь государственное управление. Соответственно, эти активы должны быть конфискованы. Я уже не говорю о той маленькой особенности, что вообще-то говоря, юридически украинской государственности не существует после переворота. Ну, не существует. Вот. Правда, наши старательно делают вид, что это не так, но это вопрос к юристам. Вот. Что касается перспектив Крыма, ну, опять-таки, вот есть у вас бриллиант. Если вы его будете использовать в качестве груза для бочки с квашеной капустой, то ни богу свечка, ни черту почему. Да? Чемодан без ручки, он слишком маленький. А если его огранить, то вся ваша семья, все ваши потомки всю жизнь с этого бриллианта будут жить. Меня очень разочаровало очень многое в том, что мы делаем и чего мы не делаем в Крыму. Самое простое. То есть огромное количество законсервированных военных аэродромов. К каждому из них ведет дорога. В каждом из них есть барак. В каждом из них есть взлетно-посадочная полоса. И минимум в половине из них она пригодна для употребления. Но разверните там аэродромы для приема туристов. В чем проблема? Нет проблемы. Более того, Бельбек и что-то еще, которые вот по этой схеме, так сказать, с военных переориентировали на гражданское, они оказываются недогруженными. Ну, это плохая организация работы. Но в Крыму упущено главное. Крым мог быть территорией, в которой вводилось бы российское регулирование, очищенное от наших проблем и пороков. И в этом отношении Крым мог быть зоной такого прорывного развития, где сделали бы все как надо, уже понимая те ошибки, которые мы наделали, это просто трудно осуществимо. Называется с чистого листа, с использованием того хорошего, что есть в украинском регулировании, но есть. Да, и дальше это тиражировали по всей стране. Эта возможность, как я понимаю, упущена, потому что она не была осознана. Ну и чиновники страшно боялись, что появится такая где-то территория, потому что тогда их идиотизм станет более наглядно понятен, более хорошо заметен. Вот. Но даже в рамках российского регулирования есть огромные возможности, их потихонечку будут использовать. Для меня было шоком, что так и не бросили по дну Керченского пролива кабель. До сих пор. Эта работа, ну хорошо, на месяц, если рисовать проект. Если не рисовать проект, на две недели. Делать это на временной схеме, в чрезвычайном режиме, потом принимать задним числом. Да, будет проблема, но это неизбежно. Вот. Но я думаю, что перспективы Крыма хорошие, потому что
Ну, с одной стороны, понимаете, из простой экономической максимумы, что нацизм не рентабелен, автоматически выводится то, что в среднесрочной перспективе Новороссия будет расширяться. И водяная блокада будет не бесконечной. Не говоря уже о том, что по дну того же Керченского пролива можно кинуть водопровод. Но Турция обеспечивает Северный Кипр по водопроводу, проложенному по дну Средиземного моря. Посмотрите, где та Турция, где тот Кипр, а здесь 4 километра. На самом деле можно было понтоны раскатать просто армейские вместо этого цирка, который устроили с паромными переправами. Но это тоже отдельный разговор. Так что я думаю, что все будет очень хорошо. Черная дыра не может быть. Ну, слушайте, все можно сделать черной дырой при желании. Ведь чем отличается культура менеджмента? Китайцы по старинке решают проблемы. Американские менеджеры, они раздувают проблемы и перекладывают их на окружающих. Европейские менеджеры уживаются с проблемами. А наши менеджеры превращают проблему в источник заработка. Личного обогащения. Ну, если, так сказать, не извлекать уроки из того, что по дну Керченского пролива до сих пор не брошен бронированный кабель, да, будет черная дыра. Но вы знаете, прошлая черная дыра, Сочи, они же черная дыра, но там так хорошо. Вот. И когда говорят, что там безлюдье, да, это сравнивается с Олимпиадой безлюдье. А все значимые объекты, там аренда за много-много лет вперед. И когда там некоторые бизнесмены, которые часть этих объектов строили, попытались их выкупить за большие деньги, то им просто дали по рукам с формулировкой, с этого будет кормиться бюджет. Потому что выяснилось, что несколько лет вперед наиболее значимые аренды, они уже забиты, они уже забронированы. Вот, так что, вы знаете, черная дыра тоже хорошо живет. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу... Вот у нас в Крыму сейчас мы накануне выборов, и вот учитывая тот переходный период, учитывая то, что в крымском политикуме по большей части остались все те же лица, которые там буквально полгода назад совсем иначе себя вели и совсем по-другому смотрели на возвращение Крыма в Россию, следовало ли вообще вот использовать вот этот механизм, да, там, демократии на местах, или больше надо было использовать какое-то ручное управление? Нет, механизм демократии на местах необходимо было использовать по двум причинам. Во-первых, довоенная Украина была более демократичной, чем нынешняя Россия, и у вас достаточно шоков, чтобы добавлять еще и этот шок тоже. А второе, ну, демократия лучше, чем ее отсутствие, по крайней мере, в мирное время. Другое дело, что здесь должен был быть реализован механизм иллюстрации. Что, дорогой товарищ, если вы в предыдущие там 4 года выступали против соединения Крыма с Россией публично, и вот есть справочка, ну извините, вы будете участвовать в следующих выборах, а в этих пока извините. Вот. Это, с моей точки зрения, было бы правильно. Но решили не обижать людей слишком сильно. Тот цирк, который происходит, я думаю, вы видите и переживаете лучше меня. Особенно не понравилась моя любимая партия Родина. Но должен сказать, что она везде такая, примерно. Вот. Ну, уж несмотря на все издержки, все равно, ну, знаете, ну, на самом-то деле, когда мы говорим там присоединение или даже воссоединение, мы же, в общем-то, неправду говорим. Крым вступил в Россию вооруженной силой. И огромное количество чиновников. Вооруженных не было. Мы подтверждаем уж местных. А частные охранные предприятия, которые заняли Верховный Совет, они. Не верьте никому, ничего не было. Они там были с мороженым. И с цветами. Я понимаю, отлично. Хорошо, Крым вступил в Россию силой. И главным аргументом, который был, когда, значит, огромное количество российских чиновников категорически этого не хотело, говорит, давайте пусть будет еще одна Абхазия, мы потом подумаем, вы знаете, в Южной Осетии тоже кто-то до сих пор все еще живет. Главным аргументом было то, что если
сейчас не будет воссоединения с Крымом, то через год будет база НАТО. Знаете, этот аргумент не из Москвы пришел, не из НАТО пришел, он все пришел. Это было не объяснение того, что вот, ребята, может получиться плохо, это ультиматум. Как я понимаю. Ну, конечно. Вот, и когда люди вступили в Россию сами по своей воле отнимать у них демократию, в ситуации, когда в Россию ее только-только возвращают, вы знаете, вот это совсем странно и совсем непонятно. А можно, конечно, было ввести военное положение, только зачем, почему? Все же хорошо и спокойно. Так что идея была правильная, исполнение, как обычно. Ну, что я могу сказать? Ну, да, наше государство неэффективно. Будем надеяться на лучшее, да? Ну, цирк-то у вас будет. С личным составом, который... Я не знаю этих людей, я посмотрел на общее выражение лица пока. Да, позвольте тогда ко второму вопросу. Да, еще одно очень важное. Дело в том, что крымский бизнес и крымская элита, уж какая она есть, она всегда была на особицу и на Украине тоже. Если бы ее сейчас стали здесь раскатывать, ну, мы имели бы здесь большие проблемы. Да, еще. Хотелось бы попросить, чтобы вы поделились своим мнением, своим пониманием личности Игоря Ивановича Стрелкова. Вот кто он, что, чьи интересы представляет в вашем понимании, или знания, возможно, у вас какое-то есть по этому поводу. И, естественно, это в контексте вот, деятельности Игоря Ивановича в Крыму, на Донбассе, и в контексте его отставки, гуманитарной помощи. Кстати, возможно, вы пропустили, вот он сегодня наконец-то прервал молчание. Пока не вернется. Да, но и будет бороться с пятой колонной в самой России. Ну вот, собственно, так. Спасибо. Значит, лично я Стрелкова не знаю. Про него знаю только то, что читал в интернете. И не очень много читал, думаю, что меньше вашего. А его деятельности в Крыму, вообще говоря, просто не знаю. Он был романтически и патриотически расстроенный, и отчасти монархически расстроенный студент архитектурного института, который подался добровольцем воевать в Боснию, и его боснийский дневник я читал в то время, совершенно даже не обращая внимания на фамилию автора, да ее, по-моему, там и не было. Это сейчас уже стало известно, что он написал. Дальше, как я понимаю, приобретя минимальные навыки в Боснии, у нас был такой момент во Второй Чеченской войне, путинский призыв. Когда армия воевать не умела, бардак был чудовищный, и в армию были возвращены отставники из спецслужб, которые там где-то занимались каким-то бизнесом, и из них формировались ударные части, которые использовались по-разному. Вот насколько я понимаю, поскольку он был человеком романтическим, патриотическим, и после Боснии в каких-то около специальных кругах вращался, он в этот призыв попал. А когда говорят, что он офицер ГРУ, или там офицер спецслужб, ну он не кадровый офицер спецслужб, это 100%, и это по нему видно. Он мог получить офицерское звание, скорее всего получил офицерское звание за Чеченскую войну, работая как участник или, может быть, руководитель одной из этих групп. И поскольку он там выжил, то он явно себя проявил там хорошо. Вот. Дальше деваться было некуда, он пошел, так сказать, в службу безопасности православного олигарха, как-то он там участвовал. Вот. И он очень хорошо себя проявил в командовании, причем проявил большое политическое чутье, потому что если бы он не проявил политическое чутье, то сбылась бы мечта Кругиняна и остался бы он под Славянском. В братской могиле в лучшем случае. Вот.
Но, тем не менее, на уровне командования батальоном и, наверное, полком это хорошо. Дальше возникло две проблемы. Во-первых, есть он, безусловно, человек честный, с моей точки зрения, и, по крайней мере, как-то все это выглядит со стороны, и он человек идейный. И когда господин Друзь выступал в Ялте в конце августа и рассказывал о наболевшем, вот о самом главном, самая главная проблема сегодняшней Новороссии, знаете какая? Что Ленин был плохой. И вот даже белое движение, оно продало монарха, оно уже тоже выступало против него, тоже плохие люди. И вот многие, конечно, люди левые, левых взглядов приходят сражаться за Новороссию, даже неплохо сражаются. Но мы их всех перевоспитаем, потому что они слепцы, но мы вот эту вот пелену своих глаз постепенно снимем. А мне это напомнило то, из-за чего распался Советский Союз. Когда к людям в головы залезали, начинали там со сладострастием копаться, тогда, когда это совершенно было никому не нужно. Вот. Это одна сторона. Ну просто я знаю эпизод, когда стоят люди на блокпосту, к ним приезжают за 20 километров из Донецка с формулировкой: вы тут под красным флагом, сидите, снимите его, пожалуйста. Это неправильно. Это приказ командования. Они как дисциплинированные люди, конечно, флаг снимают и спрашивают: ребята, может, нам патронов привезли? Может, нам какое-то распоряжение привезли по делу? Нет, они только для этого приехали. Ну, понятно. На условиях реальной войны. А с другой стороны, где-то, наверное, в начале августа там было установлено единоначалие, которые не подчинялись подразделения Ахметова. Правда, они сейчас и Ахметова, судя по всему, не очень подчиняются, судя по тому, что ему пришлось формировать отдельный карательный батальон в Запорожье, но тем не менее. И незначительная часть казаков, потому что казаки официально отказались подчиняться, но неофициально сказали: ребят, ну, вы нам командуете, просто вместо приказа пишите просьбу, и все будет хорошо. Вот. А некоторая часть отказалась подчиняться. Другое дело, что вот это вот внезапное контрнаступление, в ходе контрнаступления система управления могла распасться. Но система единого управления не подразумевает наличие ярких фигур, собственно, политических ресурсов. Судя по всему, вы поставили выбор, или вы работаете в системе управления, или вы, так сказать, немножко отдохнете, и он выбрал второе. Вот. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что с такими людьми нужно, так сказать, приходить к консенсусу. Но в конце концов, если Красная Армия имела в своих рядах Батьку Махно, ну, знаете, в Новороссии явно ситуация менее критична, более критичная, чем для Красной Армии тех времен. Вот. Но, опять-таки, наше государство не всегда эффективно. Что уж там говорить про государство Новороссии? Спасибо. Да, извините. Ну, и то, что называется страха ради иудейского. Когда там граждане России находятся на ключевых постах, ну, как-то неловко себя чувствуют другие граждане России, которые на аналогичных постах находятся в Москве. Спасибо. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Алексей, блогер. Вот Россия и Иран. Интересно ваше мнение, кому они больше нагадили? Нам или иранцам на данный момент? Кто нагадил? Ну, западные санкции. И как сегодняшние санкции, и, возможно, которые еще будут, могут повлиять на реализацию проекта «Сила Сибири»? Все. На реализацию проекта «Силы Сибири» не повлияет, потому что там добыча в сложных горно-геологических условиях, но газа. Сюгзопровод. Там добыча газа. А с газа Евросоюз сдувает пушинки. А если он даже он расширит санкции, то все равно худой конец украдут. Ничего страшного. Вот. Под такое дело решать задачу.
слишком большие деньги в это вложены. А что касается санкций, конечно, Ирану нагадили значительно больше, чем нам. Мы санкции, на самом деле, не ощутили. Ну, там, за исключением меня. Потому что я... У меня сейчас весь холодильник сыром забит. Вот. Ну, люблю, что я вам скажу. Вот. Но Иран-то по санкции попал по полной программе. А Иран отключили от свифта. Ирану закрыли экспорт нефти полностью. Иранских специалистов убивали по всему миру, и в Иране в самом убивали тоже. И это были не аварии, это были диверсионные группы, целенаправленные. И не Израиля, который действует на свой страх и риск, а американцев и англичан. У них очень сильно упал уровень жизни. Реально упал. У них была гиперинфляция. У них был спад. У них там типа 30% бюджета шло на поддержку бедных. А при том, что Иран страна совершенно не социалистическая. Все эти аятоллы — это богатейшие люди Ирана. По-моему, Рафсанджани принадлежит крупнейшей фисташковой плантации мира. Вот. То есть по ним это ударило очень сильно, очень болезненно. Вот. И, собственно, все думали, что они сломаются и погибнут, но они уперлись, и все, что случилось, это вернулись чуть более к власти, пришли к власти чуть более либеральные силы. Ну, для понимания, либеральные силы в сегодняшнем Иране называется Корпус стражей Исламской революции. То есть вот либералов в нашем понимании в политике нет. Они попытались сделать там оранжевую революцию, было несколько дней волнений, и дальше на этом все было закрыто. Вот. То есть, конечно, мы не ощутили негативных последствий санкций на самом деле. Вообще не ощутили. Тот негатив, который мы имеем сегодня, это от нашей собственной неумелости и от того, что у нас как... Правильно говорят американцы, политкорректно, у нас с экономикой занимаются альтернативно одаренные люди на уровне правительственной деятельности. Вот. Так что, конечно, Иран пострадал, здесь даже нет никаких сомнений. Ну и понимаете, все-таки это еще вот ислам с высокими технологиями, хотя они и не арабы, но он не очень хорошо стыкуется. Я прошу извинения, если я кого-то обижу, но вот такое мелкое бытовое раздолбайство в Иране очень сильно чувствуется на бытовом уровне. Ну, простая вещь. У них по закону, вот если я иранский гражданин в Иране, в пределах иранской юрисдикции выпью алкоголь, то мне нужно наказывать очень жестоко. На все серьезные переговоры люди приходят с пол-литра виски в чемодане, в портфель. Я присутствовал даже в научно-исследовательском институте, где, значит, рабочее совещание не начиналось с молитвы. Нет, ну это я к уровню внутренней дисциплины, к уровню, так сказать, жесткости режима. Вот это. Вот. Спасибо. Стоп, с опросами будем записки чередовать, потому что у нас очень мало времени до конца, да, но... Резервировать, да. Да, итак, блиц. По запискам. На фоне констатации неэффективности санкций и неверной реакции России, как вы видите будущее развитие ситуации? На фоне констатации неэффективности? Я думаю, что мы потихонечку будем исправляться и будем реагировать более эффективно. Ну, понимаете, на ошибках лечится, как говорил один мой знакомый. Он, правда, из-за того, что это сказал не вовремя, он не женился. Он сказал, ну даже козу можно научить ходить по проволоке. Вот, так что я думаю, что мы тоже научимся. Михаил Геннадьевич, как вы относитесь к популярным ныне концепциям, о которых очень много говорят, о скором и неизбежном конце американского доллара и создании такого единого экономического пространства России, Китая, Индии, ну и Иран в этой компании очень часто. И вытекающие отсюда вопрос, не могу не спросить, в чем рекомендуете хранить сбережения, у кого они есть, конечно. Ну, на ближайший год
на ближайший год в валюте, потому что рубль будет слабеть объективно, неважно, хотим мы этого или нет. Если вам нужно, если у вас сбережения нужно, чтобы они были ликвидными, то это доллар или евро. Если вы собираетесь где-то конкретно тратить, то лучше в стране, в которой будете тратить. Можно, конечно, вкладывать золотые монеты, но учитывайте, что маржа минимум 18, а то и 23%. При этом, когда вы покупаете золотую монету, должны тщательнейшим образом за ней смотреть, на нее. Сейчас, в принципе, золото дешевое, хорошее время для этого, но малейшая царапина сразу резко сбивает ее цену, а золото металл мягкий. Хранить ее нужно так, чтобы эти царапины не появились. Вот. Если вы просто надолго хотите куда-то вложить деньги, то юань, милое дело. Но понимаете, когда вам в 11 часов вечера вдруг нужно поменять доллары, то это проблема. А когда вам в 11 часов вечера нужно поменять юани, да еще наличные, то это означает, что вам нужно просто идти взять займу кого-то. Вот. Значит, что касается единого экономического пространства России, Индии и Китая, ну, во-первых, сотрудничество с Китаем чудесное дело, только не нужно слишком им увлекаться. Нужно обязательно его балансировать, потому что Китай слишком большой и слишком успешно развивающийся. А когда у них начнется кризис, мы на своей шкуре ощутим, что безработных там в два раза больше, чем население России. А при этом там очень много разнообразных изменений, которые его дестабилизируют на психологическом уровне. Скажем, поколение маленьких императоров сейчас входит в жизнь. Это единственные дети, с которых все предки-крестьяне, с них сдувают пыль. Это просто люди инфантильные, при этом агрессивные и неуравновешенные в массе своей. Ну, просто плохо воспитанные дети. Не хватает женщин, соответственно, агрессивность общества резко растет. Это я экономические проблемы не беру. И так далее. Так что с Индией у нас экономические отношения слабенькие, в силу наличия Гималаев. Не успел товарищ Сталин срыть Гималаи. Не получилось. Вот. А самое главное, Индия сейчас стратегический союзник Соединенных Штатов Америки, и в БРИКСе она участвует довольно сдержанно. Мы в целом, БРИКС является объединением идеологическим, то есть это такой патриотический интернационал. То есть это страны, которые считают, что государство должно служить не глобальному бизнесу, а народу. Но расхождение между народами при этом никто не отменял. Они слабее, чем расхождение между ними и глобальным бизнесом, но основания для создания, скажем, единого экономического пространства нет пока. Давайте сначала... Ну, вы знаете, как это про капитализм говорили, загнивает, ну как пахнет. Вот. По доллару у них будут проблемы, и уже есть проблемы, но все-таки тихая гавань есть тихая гавань. Так что я думаю, что доллар останется. Уже сейчас это не единственная мировая резервная валюта, уже сейчас де-факто и евро мировая резервная валюта, правда, в меньших масштабах. И юань уже мировая резервная валюта, правда, в совсем маленьких масштабах, несмотря на свою неконвертируемость по капитальным операциям. Но доллар все равно останется. Он скукожится, он будет менее значимым. Но вот они 2,5 года не печатали новые доллары, не объявили, что голубые доллары будут печатать, и сидели, 100 долларов, все купюры уже были новые, 100 долларов купюры, 2,5 года они не печатали. Ой, а вы знаете, советский стиль. А у нас там были технологические проблемы, и мы в них не сознавались. Но пока новая 100-долларовая купюра не пошла в мир, до этого момента можно было отменить старые 100-долларовые купюры, западные деланные в Соединенных Штатах Америки, юридически безупречно, потому что это преступные деньги. С точки зрения американского законодательства, при котором налоговая юрисдикция передается по принципу прикосновения. То есть вы купили доллар в киоске, вы уже обязаны платить налоги американскому государству. Это правда. Но теперь они пошли по миру и все. То есть, грубо говоря, когда первый раз на Майдане расплатились новыми голубыми 100-долларовыми купюрами, я понял, что все, дефолта не будет. Можно выдохнуть спокойно. Спасибо. Последний вопрос из зала. Исенко Виктор, экономист, такой вопрос к вам. Ну,
относительно санкций вы очень подробно и ясно ответили, что самые серьезные санкции – это перекрытие газового крана, прежде всего Германии, одного из крупнейших потребителей российского газа. Я не говорил про газовый кран. Я сделал вывод из ваших слов, согласитесь с ним, на это не пойдет никогда. Ни лобби, естественно, монополистическая Россия, к этому не готова Германия. Поэтому серьезных санкций, я думаю, по определению быть не может. Потому что сильнее этой санкции для Европы быть не может. И вопрос самый главный. Ну, насчет БРИКСа, видимо, придется с вами немножко не согласиться. Все-таки эти страны, это Бразилия, в частности, ну, туда Индия, Китай и ЮАР добавляются, это региональные лидеры, безусловно. Или на сегодняшний день весьма значимые. Главное, в Аргентине этого не говорить. Аргентина исключение. Со всем остальным вы согласитесь. Это именно для региона, для мира в целом. Для региона. Ну и, безусловно, как вы прокомментируете возможность вот преодоления того, ну назовем вещи, слабой власти, как вы говорите, прежде всего правительства России, когда они от функций простых менеджеров по транспортировке энергоносителей займутся построением мощного экономического образования в рамках Евразэс и глобального в рамках БРИКС. Ну, знаете, люди же становятся сильными не тогда, когда физкультурой занимаются. Люди становятся сильными, когда их бить начинают. А наших ребятишек начали бить. Они просто это еще не поняли, что их по-настоящему начали бить. А вот следующий эпизод будет чудесен. Следующий эпизод, вы правильно сказали, про газ. Я просто не стал это трогать, потому что слишком красивая тема. А ведь сейчас начнется топительный сезон в Украине. И украинцам придется воровать газ. В данном случае не нацистам, а украинцам, потому что, ну, как-то нужно существовать. Это будет означать резкое сокращение поставок газа в Европу. И даже если мы не обрубим транзит вообще, что технически можем сделать, но не можем сделать содержательно, претензии-то будут предъявляться нам. И простая фраза «Ребята, вы этих клоунов поставили, вы с ними разбираетесь», это уже некоторый этап взросления. А эту фразу нам придется произносить в любом случае. Дальше, ужасно это говорить, но это так, будет новое наступление нацистов на Новороссию. Никуда мы от этого не денемся. И Мариупольскую группировку войск, скорее всего, отрежут. На это как-то придется реагировать официально. Придется реагировать. Это вызовет негативную реакцию Запада. Санкции вызовет вряд ли, негативную реакцию вызовет. Значит, придется заслеть, придется умнеть. А 21 сентября у нас будет марш предателей в Москве. Так называемый антивоенный мирный марш. Ну, я надеюсь, что там не будет драк, но могут быть. Могут быть. У меня мои хорошие знакомые в Сербии, они обеспечивали присоединение Сербии к Евросоюзу. Им объяснили, что все, что вам нужно, это сделать марш гомосексуалистов. Ну, что получилось, там 50 этих ряженых актеров вывели и огромное количество было пострадавших. В Черногории в аналогичной ситуации удалось этих актеров спасти просто физически. Там полиция просто присоединилась к широким народным массам. У нас, скорее всего, пройдет без эксцессов, но когда огромная часть либеральных медиа и огромная часть либералов, которые сидят в правительстве, просто ведут войну на уничтожение против государственности, ну, это рано или поздно включается, по крайней мере, инстинкт самосохранения. Политику не нужно иметь ум, ему достаточно иметь инстинкт самосохранения. Включится он до срыва нашего системного кризиса или после, это вопрос. Но все равно люди возросли. Вопрос, какой кровью и с какими потрясениями. И когда это произойдет. Скажем, если Медведева с коллегами отправят работать по основной специальности до 1 октября, тогда уже 2015 год теоретически может быть годом развития. Если нет, 2015 год будет упущен. И вероятность срыва России в системный кризис резко вырастет. Но, понимаете, люди все равно взрослеют. И Путин, я думаю, уже понял, что ему не удастся договориться с Западом, просто вот
отрабатывает все последние возможности, какие только есть. Ну и плюс, понимаете, это смешно говорить, но все-таки он человек достаточно добрый, а для того, чтобы перейти от разграбления страны к развитию, нужно очень жестоко наказать тех, кто по понятиям ни в чем не виноват. Ну, пилили, пилили, ну можно же было пилить. Да что же нас наказывать, мы же как все. Вот. Ну, придется. И здесь тоже, безусловно, есть достаточно большой психологический барьер. Когда возникнет серьезная угроза, психологический барьер, никто на него даже внимания не обратит, он будет сломан сразу. Но пока угрозы нет, пока все ничего. Спасибо. Блиц. Как введение западных санкций повлияло на торговые взаимоотношения с Турцией и повлияло ли в общем? На вскидку не повлияло. Другое дело, что, конечно, те овощи и фрукты, которые раньше на рынок выставлялись из Европы, теперь среди выигравших оказались и турки. И они уже воспользовались этим. Насколько я понимаю, даже в Крыму очень много турецкой продукции. Целый ряд вопросов, 3 штуки, о Центробанке. Итак, почему ЦБ не поддерживает национальный курс валюты? Почему ЦБ держит большие ставки на кредитование банков? Ведь для экономики и роста необходимы дешевые кредиты. Кому реально подчиняется ЦБ РФ? Банк России, как это называется, реально подчиняется президенту. То, что он формально является независимым, ну, знаете, у нас формальные права человека существуют. И так далее. А в реальности независимость Банка России существует в мозгах юристов. А в реальной жизни, если президент России звонит председателю Банка России, то это та просьба, которая отличается от приказов тем, что некоторые приказы не выполняются. Вот. Насчет политики Банка России, вы понимаете, с одной стороны, есть идеология либеральная, что государство не должно ничего делать, то есть государство это такой ночной сторож, но почему-то с министерской зарплатой. Поэтому противоречие мне непонятно, а когда либералы спрашивают, что они обижаются. С другой стороны, государство у нас достаточно безответственное, и Банк России это касается тоже. Многие механизмы контроля в отношении Банка России просто не действуют. Поэтому, соответственно, и злоупотребление там, на мой взгляд, побольше, чем в целом по стране. Ну и, соответственно, неадекватность управления повыше. А самое главное заключается в том, что по чудесным законам Российской Федерации, вот это я просто люблю, Банк России не отвечает за состояние российской экономики. Он отвечает за стабильность банковской системы, а и за инфляцию. Вот с какого перепуга он отвечает за инфляцию, когда Росцен определяется произволом монополии, я не понимаю, но тем не менее по закону это так. У нас такие депутаты принимают этот закон. И он еще отвечает за стабильность валютного курса, но в этом направлении он работает, эту ответственность я практически снял. Потому что зачем за что-то отвечать, когда можно чувствовать себя хорошо и без этого. Прогноз развития мировой экономики и экономики России на следующий год, на год. Коротенько. Не на кусок. И на этом, наверное, да. Значит, мировая экономика и российская экономика, все будет примерно так же. То есть на год запаса прочности сохранится, если быть точным, до середины августа следующего года. То есть у нас будет нулевой рост, или близкий к нулевому росту, или близкий к нулевому спад. У нас будет точно девальвация осенью с негативными социальными последствиями. Ее можно оттянуть на начало зимы, просто так будет хуже. Вот. У нас назрел и перезрел вопрос про социально-экономический блок правительства, который уже просто начинает заниматься откровенным саботажем. За исключением министра финансов Силуанова, который человек грамотный, просто он исполняет то, что ему приказывают. Вот. В мире срыва в глобальную депрессию тоже не произойдет, потому что Америка немножечко улучшила свою конкурентоспособность. У них спад продолжается, у них спад беспрецедентный, там после кризиса 2008 года, но тем не менее они занимаются реиндустриализацией.
Европа перейдет в экономический спад, я думаю. Но как раз сейчас евро ослабел. Соответственно, они немножечко получат некоторый стимул к существованию, если санкции не увлекутся. Ну и Китай будет тормозиться по-прежнему, у него будут нарастать проблемы, но они выстрелят в 17-19 годах, не сейчас. Ну, наверное, как-то... Да, нефть будет медленно, плавно дешеветь, но очень медленно, очень плавно, так что это не страшно. Успокоил. Спасибо большое, Михаил Геннадьевич. Да, теперь приступим к вручению книг за лучшего. Ой. Если вы что-то отметили, говорите. Так, вот Малышев в красной майке. Александр Дремлюгин. Да, Александр Дремлюгин. А дальше вопрос про коллекторов, безусловно. А вы. Да. Сейчас, дайте я соображу. А если я пытался написать, но сам еще не... Так, вопрос про Минские договоры, про Минское соглашение. Экономические перспективы развития в холодной войне 2.0. Вопрос про доллары и вопрос про братские народы. Так, сколько их? Сколько нас? Семь. Семь, да? Все. Спасибо огромное. Подходите за автографами. У меня объявление. Мы уже знаем имя, фамилию нашего следующего гостя. Это будет, вау, Александр Адабашьян. Так что всех ждем. Я бы сам.